Здравствуйте, с вами календарь рыболова от портала Трофей. Погода на этой неделе будет отличной, как для начала зимы, с переменной облачностью и без осадков. В большинстве регионов Украины температура ночью достигнет небольших минусовых значений, днем будет находиться около нуля. Такая погода позволит продолжить рыбалку по открытой воде, ловлю щуки, судака и окуня. А на севере Украины, в Черниговской области, ожидается похолодание. И, возможно, к концу недели на небольших стоячих водоемах появится лед, и рыболовы северных регионов Украины смогут открыть сезон ловли по твердой воде. Оружие рыболова на этой неделе – спиннинг. Не забудьте запастись силиконовым спреем для обработки шнура и колец спиннинга во время рыбалки. Иначе образующийся на кольцах и шнуре лед способен привести в негодный шнур буквально за несколько часов. Еще один хороший вариант – при ловле окуня на микроджиг использовать вместо шнура обычную леску. Она менее гигроскопична, чем шнур, и более абразивостойка. Да и стоимость лески заметно меньше, чем шнура. В то же время растяжимость лески совершенно не критична при ловле окуня на микроджиг. Многие рыболовы по этой причине используют леску для ловли окуня не только в предзимье, но и летом. Но в холодное время использование лески получает еще несколько преимуществ. С лодки по-прежнему есть надежда на поклевку судака и щуки. Способы ловли этих хищников не изменились. Это глубоководный джиг и троллинг. Джиговая проводка в этот период должна быть замедленной, вялой. Использование съедобного силикона необходимо. Там, где фарватер подходит близко к берегу, имеется интересный подводный рельеф со свалами, перепадами, кряжником. Этих хищников, судака и щуку, можно успешно пробовать поймать с берега. Хотя, пожалуй, лишь истинные любители рыбалки, не мыслящие без нее жизни, отправляются на рыбалку в этот период. Большинство же рыболов уже зачехлили летние снасти и с нетерпением ждут твердой воды. Любители донной снасти также могут отправиться на ловлю плотвы. Хотя активного клёва вы вряд ли дождетесь. Поймать несколько небольших плотвичек, даже в это, не самое лучшее для рыбалки время, вполне возможно. Для того, чтобы успех сопутствовал вам на рыбалке, необходимо использовать самые деликатные снасти, тонкие проводки, качественную прикормку с минимальной ароматизацией и мотыль в качестве наживки. Неплохо добавить некоторое количество мотыля и в прикормку. Итак, на этой неделе ловим судака и щуку на ямах, а рыболовы северных регионов Украины могут попытать счастья по перволёдью. До встречи на воде!